За 5 с лишним десятилетий наш сельский спортивный праздник «Королева спорта» стал брендом Омской области. Области, которая славится талантливыми спортсменами. И мы сегодня с вами находимся в гостях в Омском районе. И я уверен, что новая современная спортивная инфраструктура как раз в Омском районе будет всегда востребована. И сегодня уровень спортивных сооружений позволяет нам принимать высокого федерального уровня спортивные мероприятия. И через 3 недели Ростовка будет принимать всероссийские сельские спортивные игры. Результаты такие показаны и хорошие, и в легкой атлетике, и захватывающая борьба в волейболе, баскетболе, футболе. Везде все было очень так остро.